Павлодаре открыли первую стартап-академию. Институт продвижения бизнес-идеи ориентирован в большей степени на молодежь. Проект удалось реализовать в партнерстве с одним из ведущих американских вузов. На неделе в областной центр приехала делегация из университета штата Висконсин. Зарубежные гости поделились своим предпринимательским опытом, предложили ряд креативных идей для начала собственного дела, а также выразили желание и дальше реализовывать совместные программы академического обмена. Несколько этапов будет. Допустим, подготовка в вузах предпринимательства обучаться уже сейчас. Но этап питчинга, этап обучения маркетингу, обучение составления бизнес-планов, общий коучинг, общая подготовка к бизнесу никто не занимается. Вот для этого сейчас создаются стартап-академии для продвижения бизнеса в молодежную среду. Самое главное, что должно быть у предпринимателя, это должна быть креативность, смелость и остальные сопутствующие лидерские качества, которые помогут держаться на плаву в своей сфере.